начала следующего года в налоговое законодательство вводится новое понятие – единый налоговый платеж. Это новый способ уплаты налогов и обязательных платежей. С 1 января ЕНП станет обязательным для всех налогоплательщиков. Если сейчас уплата производится отдельно по каждому налогу с подготовкой документов, также отдельно по каждому платежу, то со следующего года платить налоги и взносы нужно будет одним платежным поручением. Существенно меняется подход по уплате. То есть введен единый налоговый счет. То есть если раньше вы платили по каждому обязательству отдельно, да, по каждому КБК, по каждому обязательству, которое есть в предприятии, то сейчас все ваши денежные средства будут аккумулироваться на одном счете. В связи с нововведением изменятся сроки уплаты большинства налогов, авансовых платежей по ним, страховых взносов, а также сроков предоставления отчетностей. Вопросы по изменению налогового законодательства обсудили на площадке Центра поддержки предпринимательства. Встреча прошла в формате диалога, где каждый присутствующий мог задать спикеру интересующие вопросы. Вопросов было достаточно много. Людей интересует, да, момент перехода. Возможно ли какие-то нюансы в переходный период? Ну и, конечно, по глубине заполнения отчетности и предоставления ее в налоговые органы. Узнать подробную информацию об уплате налогов можно по телефону 3-58-75, либо 3-48-37. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.